пока Москва ЦСКА счет сравнялся, московские армейцы сделали то, что и должны были сделать. Безраздельно они владели игровым преимуществом. Огромное количество голевых моментов было у красно-синих. И в конце концов Сергей Симак, который сегодня играет на правом фланге полузащиты, откликнулся на передачу Евгения Алдонина. Ворвался в штрафную и точно пробил в дальний угол. На 43-й минуте счет сравнялся 1-1. Неизвестно, что будет во втором тайме, но пока после пропущенного мяча ЦСКА полностью завладел игровым преимуществом и сейчас играет намного лучше своих соперников. Ну что же, я снова передаю слово нашим комментаторам в Ярославле.